Библиотечный дворик в этом году будет проходить в формате онлайн. Молодежный информационный центр на Московской подготовил для юных читателей интересную программу. Мальчики и девочки познакомятся с историями детей и участников Великой Отечественной войны, примут участие в экологическом проекте. Подробности в следующем репортаже. Традиционно в начале лета рядом с молодежным информационным центром открывается библиотечный дворик, где юных читателей ждут интерактивные программы, конкурсы и викторины. В этом году в дворике будет тихо, но дети не останутся без внимания. Мы предложим нашим юным читателям, а также их родителям, бабушкам и дедушкам виртуальный формат библиотечных двориков. Что это будет? Это в основном будут видеоролики тематические, посвященные какому-то литературному книжному событию. Либо это будет юбилей писателя, юбилей книги, либо это будет рассказ о каком-то знаковом событии, либо дате для нашей страны. Затронут библиотекари тему Великой Отечественной войны. 24 июня они запускают проект, посвященный детям-героям. Юным читателям продемонстрируют портреты самых маленьких защитников Родины и расскажут истории о них, покажут мультфильмы о войне. Также в планах тема экологии. Это будут так называемые эко-дни. Один из них, «Вместе ярче» он называется, будет посвящен даже энергосбережению. То есть здесь мы будем в доступной форме рассказывать ребятам о том, как рационально и экономно расходовать энергоресурсы. И думаю, что эта тема будет интересна и любопытна не только детям, но и взрослым. Первый библиотечный дворик стартует 10 июня в 12:00. Он будет посвящен книге «Джунглей» Киплинга. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте информационного центра или на странице ВКонтакте. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров 24.